Яркие новости культуры, подробный рассказ о необычных проектах, эксклюзивные интервью с талантливыми людьми. Все это в программе «Сеюн» на телеканале «Север». Четырехсотпятидесятилетний юбилей с момента первого письменного упоминания промысловых угодий Пустозерска отметили в Великовисочном. 450 лет действительно очень серьезный. Не каждый населенный пункт может похвастаться. А у нас аж 7 населенных. На праздник съехались со всех сел Припечорья. Чтобы встретить больше 100 гостей, здесь готовились не один месяц. Программа юбилея разнообразная и обширная. Праздник мне очень нравится. Замечательная подготовка. Я даже, честно говоря, не так ожидал. Прекрасно все сделано. Ну, мне очень приятно. Я рад за любимую Великовисочное, за жителей его. Открыли праздник торжественным молебном в храме Николая Чудотворца. После гости посетили фотовыставку «Горит звезда» в доме музея Володиных. На ней представили снимки рыбаков, сделанных в разные годы на промысловых участках Печора. Считалось, что именно рыбаки – хозяева этих мест, а их дело – важнейший промысел села. Впрочем, традиции тех времен чтят и сейчас. Рыбучасток нельзя просто иметь и от него какую-то получать рантье. То есть рыбучасток, то есть получив рыбучасток, это озеро, либо часть тани какой-то, ты должен на нем, в общем-то, работать, его содержать в чистоте, его содержать в порядке, допустим, производить мелиорацию. Вот к этим традициям мы должны стремиться, в общем-то, часть мы традиций этих выполняем, к части мы еще должны, наверное, идти. По плану организаторов гулянье должны были провести на улице, но погода не позволила. Праздник продолжили в Доме культуры. На сцену вышли артисты из Нарьян-Мара и сельских поселений. Творческий подарок на юбилей печорских угодий приготовили и артисты из Нового Бора Республики Коми. Гурманов на празднике ждал особый сюрприз – Печорская ярмарка. По традиции всех желающих угостили ухой на батчине. Для ее приготовления использовали 40 килограмм серой рыбы. В меню также включили другие рыбные блюда и выпечку. Увести частичку праздника с собой мог каждый желающий, прихватив изделия северных мастеров декоративно-прикладного искусства с эмблемой праздника. Кстати, ее разработали специально к юбилею. Попытаться отразить все села, которые стоят на реке Печоре, относятся к печорским угодиям. Поэтому в эмблеме присутствует рыба, сети, помимо достопримечательностей Великовисочного, таких как мост, дом Володиных или музей. Празднование продлилось допоздна. Гости из старинного печорского села уехали только ночью. «За тебя, Родина-мать» – грандиозное шоу для нарьян-марцев и гостей заполярной столицы прошло накануне на площади Марацей. Весь вечер полюбившимися хитами и новыми песнями радовал народный артист России Николай Расторгуев и группа «Любэ». «Ты неси меня, река, да в родные мне места». Вот моя краса, голубые у нее глаза. Подпевали и старый млад. Слова практически каждой песни знакомы многим. В основном коллектив в своем творчестве использует элементы рок-музыки, авторской песни и русского народного творчества. Ей валяй, дурака, Америка, а у тебя... Шоу – подарок жителям заполярной столицы к юбилею Ненецкого автономного округа. Патриотическими песнями группа «Любэ» радовала гостей чуть больше часа. В восторге остались все без исключения. Но Колька Расторгуев самый лучший, и песня его это была самая крутая. И такой подарок сделали вообще вот так вот. Вы свою любимую песню здесь услышали? Да, вот это моя любимая песня, «Родина-мать». Патриотичная песня. Конечно, очень понравился. Все песни знакомые, подпеваем. Да, конечно, очень понравился. Я думаю, у всех прекрасное настроение. И побольше бы таких концертов и наших российских звезд у нас на сцене Нарьян-Мара. Впрочем, это не единственный подарок жителям Заполярного края. Массовое празднование юбилея Ненецкого округа состоится 21 сентября.
Музей под открытым небом появится на острове Белый Ямало-Ненецкого автономного округа. Примечательно, что все скульптуры в виде животных сделаны из металла, собранного на самом острове. Крылья, ноги и хвосты – все в натуральную величину. Музей под открытым небом, или, как про себя назвали его организаторы, зоопарк, вот-вот приобретет завершенный вид. Сюда уже доставили оленя и стерха. Медведь еще в Салехарде. В 150-килограммовую скульптуру превратились полувековые металлические бочки, отправленные волонтерами с острова Белый еще в прошлом году. Они очищены от ржавчины, разрезаны на куски и сварены. Правда, не все поддались рукам мастера. Иногда попадается металл, который прогорает. Его приходится заново снимать, ставить, подбирать другой металл. То есть с виду вроде хороший металл, а начинаешь использовать, он уже все. Сколько лет они пролежали там на острове? Перед тем, как отправить скульптуры на остров, Олег Лобарев обрабатывает их антикоррозийным покрытием изнутри и снаружи. Говорит, так они простоят как минимум лет 15. Новую достопримечательность острова наделили серьезной миссией. Чтобы видно было, что это металл, из которого, который собирали на острове. Серьезно? Как напоминание людям, чтобы не кидали металл, где не надо, не засоряли природу. А гостей на острове может быть немало. Любопытный турист, как известно, заберется куда угодно. Скульптуры, подсказка и предупреждение. Все эти животные – полноправные хозяева острова. И главное – помочь им выжить, очистить остров от хлама и возродить его для науки. Там сильнейшая биотика, то есть белые медведи, дикие олени, моржи, нерпы. Птиц вы сами там увидите, и гуси, и гагары, и там и другие краснокнижные. 2000 квадратных километров. 2000 квадратных километров пребывали несколько лет в кошмаре. Так Александр Мажаров напутствует волонтеров перед отправкой на Белый. А спустя неделю по проведенному впервые на остров интернету интересуется их успехами и судьбой скульптур. Скульптурные композиции, где вы их хотите устанавливать? Где вы будете устанавливать? В какой точке? А это вот как раз за церковью, между домом волонтеров и метеостанцией. Тем временем у художника Олега Лобарева на подходе очередная скульптура. И она, несмотря на реальные габариты, с легкостью войдет в вертолет. А это уже почти очищенная бочка тоже получит вторую жизнь. Будущее Гагара улетит на остров Белый вместе с моржом на вертолете, который завтра же на обратном пути доставит в Салехард волонтеров. Первый фестиваль «Дни высокой музыки в Арктике» пройдет в Нарьян-Маре со 2 по 5 сентября 2014 года. На главной сцене города выступят профессионалы мирового уровня. Идейный вдохновитель и организатор проекта – знаменитый скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган. 2 сентября в 19:00 – открытие фестиваля. Для жителей и гостей города выступят Дмитрий Коган, а также солист Большого театра Максим Пастер и солистка Мариинского театра Лариса Юдина в сопровождении камерного оркестра «Московская камерата». 3 сентября в 15:00 – творческая встреча Максима Пастера и Ларисы Юдиной, а в 19 часов в Арктике состоится сольный концерт композитора и пианиста Алексея Курбатова. 4 сентября в 15 часов пройдет мастер-класс скрипача и преподавателя Государственной классической академии Виктора Абрамяна для учащихся детской школы искусств Нарьян-Мара. А для учащихся детской школы искусств поселка Искателей мастер-класс проведет пианист Алексей Курбатов. 5 сентября в 19:00 в Большом зале КДЦ «Арктика» пройдет сольный концерт Виктора Абрамяна, которым закроют фестиваль «Дни высокой музыки в Арктике».